Я так расстроилась. Это я хочу. Нет, это потому что отмазка. Этот вот табель, вот это вот оценки. Шо? Это просто Лера отсидела. Нет. Сегодня попали ночью в больницу. Ой-ой-ой. Ребята, всем привет, вы на канале Видео Бэйби или Видео Бэйби Лайф, у нас два канала, подписывайтесь, ссылочка в описании. Мы сегодня попали ночью в больницу, у нас бронхит, нас послушали, но все равно подозрение на воспаление легких, надо делать снимок. В общем, ночь не спали, замученные такие, в 7 утра бегали в аптеку, лежит наш человек в повязке, чтобы не заразить, сейчас меряет температуру. Дали антибиотик должен сейчас сбить. Температуру мерить. Ребят, лежу, кошмар, блин, весь в церковной атрибутике, сзади эти иконки, потому что я уже не знаю, как молю Господа, лишь бы выздороветь. Заболел. Может, очень кто-то сильно. Из вас тоже болеет сейчас, но это полная так, жопа. Закрывай, не дыши на нас. Я очень сильно болею, у меня температура, она не проходит вообще. Ночью забрали в скорую помощь, сказали бронхит. Температура до сих пор не проходит, уже кошмар, короче. Я весь мокрый, уже лежу, не знаю уже, что делать. В общем, очень плохо. Ну, сейчас должна разбиться, потому что антибиотик начал. Вообще, не ходить, ничего не могу делать. Сейчас меряю температуру, у меня здесь этот, как его, градусник. Да. Вот так, да? Так что у нас Новый год, да, должна это. Так что, у нас Нового года, вот. Наверное, под вопросом. Веселый Новый год. А такого еще не было. Вот. Это мы были в Любаве. Он снял тогда курточку, ходил в футболке, вы видели прошлое видео, и заболел. Нельзя зимой, да, в футболке ходить. Это я прошелся в Любаве. Стопудово. Так что пишите. Ну, я же тоже была в футболке, но я не заболела. Ты одевала накидку, шарфик. Тебя это спасло. Ребят, кто тоже болеет, пишите комментарии. Кто пишет, кто болел бронхитом, пишите, какие вы процедуры, что вы пили, что вы делали. Подсказывайте, помогайте, будем лечить вместе. Кстати, вот что я тебе купила. Я же совсем забыла, Ох, уже дурья голова. Хаймер. Класс, сейчас будем лечить. Смотрите, я купила малинку, перетертую с сахаром. Эта температурка будет падать. Я купила журавлина. Я не знаю, как она переводится. Журавлина. Калина, наверное. Да. Калина, в общем. Смотри, по две пачки купила. Сейчас будем и то пить. Блин, ну, ребята, самое страшное это... давление. А, да, еще давление 160 на 110 было там. В скорой вообще в шоке были. Сбивали как давление. Они меня не положили вообще, сбивали мне давление. И давление до сих пор не проходит уже. Сейчас 140 на 90 держится. Короче, все, пипец Новому году, наверное. Короче, хреновато очень сильно. Мама нацепила мне вот эту марлю, сейчас пойдет купит маску нормальную, потому что боится, чтобы они с Лерой не поболели вдвоем. Я уже утром кашляла. Я не то купила! А что такое? Блин, что? Хотела это для ножек. Маська. А это спрей. Буду пшить. Но вдруг спрей тоже помогает. Крем где лучше? Сколько там время осталось? Мере еще. Сейчас чуть-чуть посмотрю, сколько еще. Я тебе чеснок купила, смотри. Ну, зачем ты высунул? Ну, посмотреть. Зачем смотреть чеснок? Ну, не папа. Будешь есть чеснок. Я уже не задолбался, серьезно. Блин. Я так расстроилась. Что ты свалил? Дитя мое, что ты там лазишь, а? Переляканная. Господи. С полочки выпили. Хаммер. Смотри, я так расстроилась за папу. Иди сюда. Я так расстроилась за папу, что я купила два кремчика себе. Для рук.
Ты рады? Да не, мне просто надо, я пошутила. Женя, ты табель показывала? Покажи табель вообще. А может не надо? Да чё, покажи. Ну как, покажи, как ты закончил. Мама, держи камеру. Мне нормальную маску, сижу как блин придурок в этой херне. У меня такой кашель херовый. Смотри. Сколько? Мелочь? Да. Это ещё тот маникюр твой, да? Это твои ногти? Да. Вообще не нарощены? На этой руке нет. На только два нарощенных. А вот эти мои. Реально твои ногти? Мои. Сейчас. Офигеть. Вот. И это все. Это я еще срезала же их, они длиннее были. Нихера себе. Это я их еще короче сделала. Покажи таби. Сейчас будем. Весь мокрый вообще. Ребят, я меняю по сколько? По три футболки. По две за ночь меняю. Не должно быть. 36,8. О, отлично. Уже начал. Да, уже. Я ж тебе говорила на второй день к вечеру. Сколько? Потом будет обратно температура. Нет, вечером мы тоже видим выпьем антибиотик. Я ж тебе говорила, на второй день антибиотик начинает действовать. У тебя уже вечером должна быть температура. Может подняться, но антибиотик выпьем, и оно себе. Короче. А сколько температура? 36,8. Вот мы выпили антибиотик, сейчас я тебе дам. Посмотри табель. Сейчас, мне же надо тебя вылечить. А вот там табель. Маску одень. Вот ты что там, так ее одел. Ты слышишь, кусок херни какой-то нацепила. Мне накупи нормальную маску. Сейчас я тебе куплю 10 таких масок. Я переоделась, потому что мне холодно. Сейчас вам будет смотреть табель. Итак. Посмотри, офигеть. Так, украинский язык 8, плохо. Да покажи лучше, покажи, Фабер, вообще. Украинская литература 10, нормально. Зарубежная литература 9, плохо. Иностранный язык 9, плохо. У меня 8 было. Да, должно быть 10. У нас... Так, алгебра 7, геометрия 7, но можно было хотя бы на 8. Ага. Информатика 10, хорошо. История Украины 8. Всесвітня история 9, алло. Нафиг она и надо? Как это? Историю надо знать. Ладно, она что, на историка идет учиться дальше? Ты знаешь, это саморазвитие, и это внутренний мир, и человек должен хотя бы... Что, быть как пустая колбочка? Я не пустая колбочка. А почему ты тогда и все знаешь про рыцарей? Мама, ты знаешь историю? Ты знаешь историю? Потому что я интересовался. Вот, так тебе интересно? Стой, ты знаешь историю? Когда мы Лера. Знаешь, почему я с тобой встречалась? Потому что мне было интересно, как ты рассказываешь мне про рыцарей, про Рим, про там вот этого там Юлия Цезаря. Мама, ты знаешь историю? Да, мне папа, знаешь, что папа... Расскажи нам историю. Не перебивай. Папа мне читал книжки, психологию мне читал. Так ты же говоришь, что сама ее читала. Уже папа потом читал. Потом я после папы читала. Это я уже ее туда втянула. Мы ложились, папа брал книжку и читал мне психологию. Он так просто девочек замолаживал. Он выучивал фразы такие умные и потом девочкам рассказывал, там умничал. Да-да-да. Ну я же не буду никому умничать, вот и все. История, це надо. Мама, расскажи нам историю. Вере главное, что она знает дату возникновения Инстаграма, знаешь? Нет. Да, мы даже этого не знаем. Мама, ты знаешь? Стой, ты знаешь? Да, я знаю. Давай. Скажи нам дату возникновения Инстаграма. Мы сейчас разговариваем про тебя. Ну, вообще интересно. География 8, биология 8, физика 7, химия 8. Мистецтво рисування, або що це таке? Це музика. Музика, 12. 12, ого! Ось чоловік реп читає, як дура плачуть. Стидно було б, якщо по музиці було менше, ніж 12. Це взагалі. Кліпи мільйонники всі. Ну от і все. А по музиці було б 8. От тоді б тобі було б стидно. Основи здоров'я 10. Фізкультура 9. Алло. Да. Фізкультура 9. Да. Я вообще в шоке, честно. Лена. Да. Тебе не стыдно? Нет. Ты ходишь в спортзал, ты ходишь на танцы, физкультура 9. У тебя самые важные, какие у нее для нее... Вообще, в принципе, она нормально закончила. Мама, смотри, берется... Она знает. Мама, берется...
Общий балл. Да, но... средний балл. У меня 8,7. Проходной балл 7. Нет, я поняла. Но я скажу больше. Что, почему я Леру ругаю? Потому что Лера может быть... отличницей. Просто. Я буду отличницей, Лере... но у меня кроме школы ничего не будет. Но так у тебя и так, кроме... Так а кто тебе... Подожди, на танцы тебя кто-то заставлял идти? Спортзал тебя кто-то заставлял идти? Так потому что я хочу. Нет, это потому что отмазка. Когда я буду учиться хорошо, когда у меня ничего не будет. Она просто ей интереснее заниматься спортом. Она мне не нужна. Хорошо, давайте, вот я все время хотела... Нет, давайте... И просто сейчас у меня вопрос, с каких пор... оценки за знания. Хорошо, хорошо. Надо чисто взять. Лер, я тебе больше скажу. Даже не дело в школе, там, поняла, в предметах. Ты в первую очередь, там, в учителях или еще что-то. Ты в первую очередь учишься для себя. Вот мне интересно. Ну, то, что мне надо для себя, ладно. Я выучила. Все остальное... Что ты своему ребенку расскажешь? Да подожди, то, что она расскажет, еще рано. Дело в том, что школа, она нормально, у нее нормально закончила. Табель нормальный. Лучше. Это так, знаешь, вот этот вот табель, вот это вот оценки. Шо? Это просто Лера отсидела. Нет, у нее 5-4. Если перевести, 5-4. Так она может, правильно, 5-4 это низкий. Ребят, там же есть понимали... 5 твердо, 5 с плюсом, понимаешь? Ребят, чтобы вы понимали, у нас 12-бальная система в Украине. И у нее, какой у тебя балл? Меня мой так у нее 12, 11, 7, у нее самая маленькая, это 4. Мне интересно, пропущенные уроки, 24, ты вообще в школу ходила? А теперь ниже, почитай еще один. С них по болезни 20. 20, она в больнице лежала. Мне интересно, ты в школу ходила? А Европу считали туда? Ну да. Нет, за Европу мы не считали. Ого, круто, конечно. Как в Европу ездишь, ничего не считают. Это правильно. Знаете что, ребята? Это, конечно, все хорошо. Ну, Лера просто может... Нет, да ей не надо, решай, она нормально хорошо. Закончила. Она нормально закончила. Скажи мне, пожалуйста, почему у ребенка, который учит английский язык с 5 лет, почему у него 9? Ну, согласен. Тут я... Она должна по-английскому... Это не претензия к учителю. Тут вообще учитель ни при чем. Человек должен быть уже с 5 лет, который учит английский язык, она должна заходить в класс на английский и разговаривать просто на английском языке. Согласен. Мама, ну, правильно? Начнем с того, что мне с 5 лет ставили грамматику. Это что, во-первых, во-вторых? А во-вторых? Подожди, ты понимаешь, что у нас не за это ставят оценки? У нас двойки ставят за то, что страницу Фейсбука не нарисовали. Двойку. Так... Валерия, ты на школу, пожалуйста, ну, все, не обращай внимания. Ага, я тебя не знаю, я понял. Да. Если бы ты смотрела сериалы на английском языке, и у тебя было желание, и ты слушалась, грамматика у тебя хорошо, у тебя не поставлена речь. Если бы ты каждый день смотрела бы английские сериалы, то ты бы уже разговаривала давным-давно. Тебе вставили 12, и то она скажет, что все. Мало, надо 13. Нет, я тебе сказала 10-11, я разрешаю только по математике. Ну не будет, Зать. Что бы ты не хотела, ну не будет этих оценок. Потому не что будет. Учиться надо, мама, ты уроки делать мама, надо. Не Наташа, человека, а тебя твоя мама требовала точно так же, правильно? Женя, меня мама, били я... ремнем, чтобы ты понимал. Если я приносила тройку, меня били ремнем. Это, у меня нет тройки. Это неправильно. У меня нет тройки. Чтоб ты понимал. У нее их просто нет троек, за что ее убить, если у нее 5-4. Ладно, покажите клетку. Да. Покажите. Мы с тобой еще с этим поговорим. Ребята, пишите, у кого какие оценки. Идите. В общем, мама, я уже сказала, мама, что ее... вот. Мама ее привезла сама, потому что я не смог. Я не смог, серьезно. Я попросил таксиста, Ваня помог, да, закинул ее в машину. Давай, таксист помог вот эту вот, дотащить вот эту всю целую клетку, я еще ее не видел. Привезли ее только вчера. Ой-ой-ой. Да, ты сейчас увидишь, что там в клетке, ты будешь в шоке. Это сколько твоего наполнителя надо, можно узнать? Я не знаю, ведро. Давай, распакуем. Слушай, ого! Блин. А это надо сразу повыносить. Ты вообще... Таня, а как это все вытянуть? А что это такое? Это для колеса типа? Наверное. Нет. Так, подожди. Да. А вот эта верхняя планка, она, наверное, поднимается. Вот сюда вот надо, да. Да, вот она поднимается. Она разборная. Мам, ты снимала веревку? Вот эта штука просто вставляется в пазы. Стекло и все. Класс. Лер, скажи класс. Вообще красиво. А перегородку что надо купить? Да, мы разделим, возьмем перегородку на две части. И у нас будет в одной половине жить Милка, во второй Тони.
Это можно для хамера. А ты сейчас замеряешь эту штуку, чтобы мы сейчас зашли и заказали. Мы можем временно пока этот картонку вон с новой почты. А что ты делаешь? По телевизору. А для перегородки надо какую-то временно поставить. Нет, иди. Мы сделали временно вот такую вот картонную перегородку, потому что сейчас нету как пересадить. Извините, что кашляю. Мама будет Милку пересаживать. А ты Тоня будешь пересаживать? Мы сейчас просто их вынимаем из домика. А, давай туда пересаживаем. Да, ну, ты можешь ее Боже, куда? Смотри, как она тут домик сделала себе. Ты можешь ее уже кидать. Да, туда. Пошли. А давайте подождите, давайте выберем, где кто будет сидеть. Ну, Мила слева. Милка сюда. Да. Сюда? Да, то не туда, направо. Бегает, это круто. Сейчас праздники, просто мы не успеем заказать эту планку. Кого? Ну, планку такую. Не, я завтра это, я завтра, сейчас, наверное, уже нет, а? Все, класс, как раз для этой бутылки, она достанет. А что вы докапаете? Пациентика же нажала. Так это, слушай, питбуль, елки-палки. Это же настоящий Тони Старк. Ребята, вы видели собаку породы учебной? Сумасшедшая порода. Вы посмотрите, что чудит. Он просто съедает, блин, стены. Это жесть. Зай, он сейчас просто прорвет стену, я тебе говорю. Ну, это железный человек. Убери его. Да, смотрите, как, какой уже домик здесь. Камер занаблюдает за своими друзьями. Что смотрели это видео, не болейте, ребят, всем пока.